Друзья, очередной видосик по изидропу, 3800 балек. Давайте начнем с изи тайного, 5 раз. Давай, братишка, мне нужен охуительный дроп. Огненный змей, медуза, МКСайрекс, конечно, такое себе. 500 рублей? Блядь, Сайрекс стоит 500 рублей, это же пиздец на самом деле. Скины очень сильно подешевели. Ножи там по 4К рублей начали стоить. Это же просто тильт. Но это говно. ФАМАС еще хуже даже, чем МАГ-10. Да, 800 рублей это минус. Давай. Сейчас чувствую, даст мне какой-нибудь АУХ или Five Seven, блин. Five Seven. Понимаю. А что не так с этим прекрасным кейсом? Можно продать. 2200 на балике. Поехали, ладно, еще 5 раз. Потом что-нибудь другое подкрываем, посмотрим. ФАМАС, хамелеон. Блять, изи дроп. Фастом. Ой, блять. Так, мужики. У меня на самом деле супер хуевые новости. Потому что изидроп ничего не выдает. Вообще ничего не выдает. Это пиздец. Мортис. Но он вроде окупает. Должен окупать кейс. 286. Ух ты. Плюс соточка с лишним. Сейчас было бы хорошо юспи получить. Извилины. О, изи. Изейший. Изейший. Ага. Он тоже нихуя не стоит. Давай, сорви кушец. Выдай мне МК Азимов. Ну, это тоже хорошо, это круто. Безусловно, это просто топ. МКЛаш МП-30 вот кому-то упал. Я тоже хочу. Это тильт. Это тильт. Платспорт бесплатно. МКПРТУ кому-то упал, опять же с этого, с тайного. Ой-ой-ой. Все крайне печально. 300 рублей, хорошо. Еще, может, выдашь? 180, изи. 250, 209. Давай какой-то охуенный дроп, ну, прям сейчас. Блять, ну не 30 рублей. Блять, ну не 30 рублей. Что у меня есть еще? Тут что-то у меня лежали, какие-то темку продадим. Давайте продадим все вообще в целом. Похуй, блять, сори. 3300 опять же на балике, у меня там скинчики были. Есть трасса зитайная, поехали. Ставить скинчики с прошлого видосика, я их вывести не мог, потому что трейдбан на стиме. Чинтика с файрена может стоить дорого, и все остальное хуйня. 3700. Но мы, кстати, даже купились. Давайте еще 10 раз откроем. Сейчас, мне кажется, говна насыпет. Если будут тайны, то это будет что-то быть типа ЦЗшки, Кракена, ФСЭ, ну, блять. ФАМАС, револьвер, ну, это вообще пиздец. 1388, это тильт просто. Давай мне топовый дроп какой-то. Распространение, Wildfire, История Дракония, Гунгнир, Хамелеоны. Чего, блять? Хамелеон полторашку стоит? Серьезно? С каких пор хамелеон начал полторашку стоить? Я вот что не могу понять. Это хамелеон, это ж помойка. Стадрековский, наверное. Ну, это тоже помойка. Фастом. 3500, что упало, кумаринка. Ладно, 4 кабалик. Давайте, допустим, один нож разок. Мне, конечно, кажется, ножик не упадет, но... Мало ли. Наследие. Хуёво. Это хуёво. Еще раз. Давай ножик. Изидроп. Дай мне, пожалуйста, самый дешевый, самый хуёвый нож, блять. Хоть крюк, не знаю. Галиль. Заебись. Косарик улетел в помоечку. Так. Ютуб изи-нож. Демократичный ютуб изи-нож от Панди. Давайте откроем 10 раз его. На все деньги. Может, что-то упадет. Мне кажется, вряд ли, конечно.
О, 26 рублей. Изи отсос на изи дропе. Так, 202, 229. Давайте зайдем в апгрейд и поставим балик, поставим 600 рублей за 400, допустим, мемку. И вот так балик заюзаем. Вдруг выдаст. Ух ты! Так, М-ка есть, хорошо. Берем эту М-ку, ставим здесь 600 рублей. Берем вот эту М-ку, допустим. 62%. Давай еще раз апгрейд. Отлично. Хорошо. Ставим 800. Кваш, картель. Давай еще раз. Нет, ты проехал, к сожалению, и не доехал, да. Ладно, парни. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и всем пока.